Доброго времени суток, я продолжаю вас знакомить с проектом Крода. И мне задавали не раз один и тот же вопрос, вопрос о стейкинге, именно о гравитации. Откуда ее взять, что же такое, чем отличается Tier 5 от Tier 6? Давайте обо всем по порядку, то есть... Тир 5 и тир 6, да, мы видим, что одинаковое количество должно быть, но должно быть адмирал титул. Что такое адмирал титул? У нас представлено здесь. То есть адмирал титул — это когда вы на 12 месяцев блокируете свои монеты. Тогда вы получаете, собственно, плюс 30% гравити, и будет вам счастье, да? Именно этим только отличается тем, что вы должны на 12 месяцев застейкать. Но обо всем по порядку. Откуда вообще берется гравитация и прочее? Что такое гравитация? То есть у гравитации мы увидели 6 уровней. О 6 уровне я вам рассказал, но давайте по порядку. Система разделения участников по уровням необходима для равномерного и справедливого распределения токенов в пулах в зависимости от заблокированных токенов и от времени, как я, собственно, и сказал, да, то есть вот у нас здесь представлено непосредственно то самое время. Чем выше уровень, тем больше вы получите аллокации и тем больше она даст вам прибавки к шансам вплоть до гарантированного участия в наиболее высоких уровнях. Что, собственно, действительно круто. И мы видим, то есть, самый первый, звезда, star, это 100 гравитации вам нужно, это один лотерейный билет. И, то есть, собственно, пошли дальше, 12, 100, 300 лотерейных билетов. И пятый и шестой, то есть, это самые огромные, да, у нас. И пятый у нас — это гарантированное размещение, а шестой — это не только гарантированное участие, который выдается тем, кто заблокировал токен 12 месяцев, как я уже и говорил. Но и, собственно, все. То есть пульсары, черные дыры отличаются не сильно таки. Но и, согласитесь, они не только не сильно отличаются, но и гравитации должно быть у вас одинаковое количество, да, 50 тысяч. И, я думаю, застейкать на 12 месяцев в этот проект — это тоже ничего сложного. Теперь, как, собственно, берется у нас гравитация, как она рассчитывается, то есть мы везде видим стейкинг, 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 но как стейкать, сколько стейкать, и на это есть тоже ответ. То есть мы видим, что гравитация равна столько монет, сколько вы застейкаете, крода, да, умноженное на количество дней, деленных на 2, и все это в скобках, и деленное уже на 12 месяцев. Застейкать можно от 7 до 730 дней, то есть до 2 лет, то есть от недели до 2, соответственно, лет. Как мы видим с вами здесь, 12 месяцев, то есть 12 месяцев у нас 1 год, то есть можно даже быть не адмиралом, да, а адмиралом в квадрате, двойным адмиралом, если застейкать, собственно, 730 дней, а не на 365 как дней в году, соответственно. Про титулы я вам сказал, все написано сколько, да, то есть базовый нам не дает ничего, остальные уже нам прибавляют гравити. И, то есть, рекомендую, конечно, лично я бы на 730. Почему? Объясню сразу же, чтобы не начали говорить, что я топлю за проект. Суть в чем? Все как один сейчас говорят, что криптовалюта вот прям возродится, прям вот пойдет этот рынок наверх, прям полетит на ракете в 2024 году. 2024 год ровно через 2 года. Ну так почему бы тогда сейчас не застейкать и вообще не переживать, что же будет в этом и в следующем году, потому что в этом году вообще не ясно, что случится. Вообще не ясно. То есть мы вроде бы анализировали, аналитики получали денежки за то, что говорили нам, но по сути ничего не ясно. Такое у нас первый раз за существование криптовалюты, как она отреагирует на все, что происходит в мире, мы не знаем. Поэтому на 730
Залочили это больше 12 месяцев, то есть все, вы адмирал, плюс 30% гравити. Рассчитали, сколько вам гравити дадут в зависимости от дней. И, собственно, спокойненько ждем, да, и уже у нас будет очень много лотерейных билетов или же гарантированное участие или гарантированное разрешение, тут как по-разному написано. Надеюсь, полностью ответил на ваш вопрос, и теперь вы знаете, что и как. А в принципе, тут все, конечно же, как видите, рассчитывается, но просто... Вот, смотрим. Все вот нам пишут, что это тир 5, что у нас вот так сделано. Хотя вроде бы 730 дней, да, но нам не пишут, что мы адмирал. Видимо, надо сначала застейкать, стать адмиралом, а потом еще раз застейкать. Так что учтите это, можете, собственно, не знаю, два раза что ли стейкать. То есть застейкали один раз, половину, да, то есть вот там застейкали. Сейчас. Застейкали половину, потом еще половину. Сколько, 250, да, надо, да? 250 мы застейкали, и потом еще 250. И все, и у нас, собственно, мы адмирал, мы тир 6, мы этого достойны, как говорится. На этом у меня все, спасибо, что были со мной. А давайте, может быть, еще вам про цену, да, скажу. То есть, вот вы 25 тысяч застейкали, да, там два раза, то есть, ну, 50 тысяч. Видим, что цена 0.18 USDC. То есть цена, собственно, 5 примерно бакс. Вот из этого и считайте. То есть если у вас 50 тысяч, то примерно это 10 тысяч баксов. Ну, достаточно много, да, 10 тысяч баксов. Но сами выбирайте IDO, собственно, через 36 дней. Но я это, по-моему, в каком-то из роликов уже говорил, который снимал пару дней назад. Собственно, на этом все. Изучайте проект, смотрите мои видео, читайте, ссылки все в описании. Всего доброго и до новых встреч!